Здравствуйте, коллеги. World Food Moscow вновь на ваших экранах. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Меня зовут Александр. Представляю компанию «Золотые руки». Мы производим игрушку для использования на улице. По сути своей она напоминает волчок. Рабочее название имеет такое – фрик. Вот. Она для времяпровождения на свежем воздухе. Когда играли в парках, сильное внимание приобретает сама игра, завлекает людей, собираются толпы, происходит общение. Товар этот для предкассовой продажи в супермаркетах, также для продажи в магазинах детских товаров, игрушек и, конечно же, сувенирной продукции. Так как история вот этой вот штучки идет где-то к началу 20 века. Вот она традиционная. Да, как коллега уже сказал, сейчас век такой, что люди все, и дети, и взрослые, свое свободное время проводят перед гаджетами, в телефонах, компьютерах. А это изделие, оно завлекает и завораживает, и вытягивает людей на улицу. То есть это для активного отдыха, активного развлечения. И, допустим, люди, проходящие мимо, они вовлекаются и хотят попробовать понять, что это такое, где купить. Поэтому мы хотели дать массовую огласку ей, чтобы люди понимали, где можно приобретать, как она называется, и чтобы ритейлеры продавали их как в массовом сегменте. Это такие, как, там, допустим, «Пятерочка», «Магнит», «Перекресток». Получается, засилие вот этих китайских гаджетов типа Pop-It и Simple Dimple, я так понимаю, выходит на новый уровень, и мы предлагаем какую-то свою альтернативу, интересную. При этом, при всем, ребенок не сидит на диване и играет, а он должен двигаться. При этом всем у него как бы подвижная игра, и, соответственно, у него там лучше кровообращение и так далее. Да, это и подвижная игра, и кровообращение, и это выход на свежий воздух, это и общение с друзьями, то есть это игра не в одинокую, да, а в компании, и это общение, это дружба, это свежий воздух. Расскажите еще раз, как называется ваша игрушка? Рабочее название на данный момент – «Фрик». И я надеюсь, что наша выставка подарит вам интересные контакты, и ритейлеры по достоинству оценят вашу игрушку, и надеюсь, что во всех домах России скоро, и не только, скоро вот дети будут играть в вашу игрушку. Спасибо вам большое и удачи. Спасибо, до свидания. Спасибо большое.